Бог есть. Это доказано. Ну или докажут на днях. Бог в таланте человеческом. Бог в доброте и помощи. Творчество – это тоже есть деяние Божье. Наша память – его записи нам на будущее. Вдохновение – когда после сосредоточенности рождается что-то незнакомое автору, это тоже результат встречи с ним. Бог в интуиции, Бог в настроении, он в почерке и в расстановке букв, и в походке, и, кстати, в отпечатках пальцев. Тоже Бог. И в сомнениях, и в ужасе, и в панике перед победой, и в тревоге после нее. То есть он там, где что-то делается. Он там, где работает человек. Так что же удивительного, что Бог есть. Это доказано.